Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с притчами мира. Притчи называются «Мудрецы». Философы, логики и знатоки закона были призваны ко двору, чтобы проэкзаменовать Насреддина. Случай был серьезный, так как Насреддину приписывалось, что он ходил из деревни в деревню и говорил следующие слова. «Так называемые мудрецы – люди невежественные, нерешительные и бестолковые». Он обвинялся в подрыве государственной безопасности. «Можешь говорить первым», – сказал король. «Пусть принесут бумагу и перья», – сказал мулла. Принесли. «Дайте их семи первым ученым». Раздали. «Пусть каждый из них отдельно напишет ответ на такой вопрос. Что такое хлеб?» Ученые написали. Бумаги были вручены королю, который зачитал их. Первый сказал: «Хлеб – это пища». Второй – это мука и вода. Третий сказал: «Это дар Господа Бога». Четвертый – испеченное тесто. Пятый – изменчивое понятие находиться в согласии с тем, что вы подразумеваете под словом «хлеб». Шестой сказал: «Питательное вещество». Седьмой – никто в действительности не знает. «Когда они решают, что такое хлеб, – сказал Насреддин, – для них, возможно, будет разрешить и другие проблемы. Например, прав я или не прав? Можете ли вы доверить дела по оценке и суждениям людям, подобным этим? Разве не странно, а может и не странно, что они не могут согласиться относительно того, что они едят каждый день? И тем не менее они единодушно считают меня еретиком». Вот такая притча, она называется «Мудрецы». Пока-пока, до свидания.